Житейское правило. Если вы желаете хорошенько насолить и даже повредить противнику, говорил мне один старый пройдоха, то упрекайте его в том самом недостатке или пороке, который вы за собой чувствуете. Негодуйте и упрекайте. Во-первых, это заставит других думать, что у вас того порока нет. Во-вторых, негодование ваше может быть даже искренним. Вы можете воспользоваться укорами собственной совести. Если вы, например, ренегат, упрекайте противника в том, что у него нет убеждений. Если вы сами лакей в душе, говорите ему сукаризной, что он лакей. Лакей цивилизации, Европы, социализма. Можно даже сказать, лакей без лакейства, заметил я. И это можно, подхватил пройдоха.